В индийском штате Тамилнад произошло новое обрушение. На этот раз в городе Ченнаи в груду арматуры превратилось строящееся 12-этажное здание. 6 человек погибли, еще более 50 находятся под завалами. Многие из них строители. Спасательные работы все еще продолжаются. Причины и обстоятельства катастрофы пока не установлены. Напомню, накануне в Нью-Дели обрушилось 3-этажное здание. Погибли 11 человек. Под завалами могут находиться еще около 20. Там спасательная операция тоже не прекращается. Thank you.